и обещали. У нас все, что необходимо дополнительно, дозы купили. Здесь и термобелье, и накидки, и перчатки, и балаклавы, и спальные мешки, сапоги. Поэтому у нас сейчас самая главная задача максимально быстро все это ребятам довести. Все оборудование было проверено на застежки, на, значит, целостность. Вот та связь, которая есть там, соединение на местах. И сегодня, может быть, кому-то что-то дополнительно нужно, нужно будет все зафиксировать. Потому что если что-то нужно будет дополнительно, значит, будем доставлять. Генераторы, тепловые пушки, которые необходимы, бензопилы. Но это пойдет, естественно, командованию для того, чтобы они определялись для организации быта, лагерей.